Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 22 марта 2018 года. В этом прямом эфире не будет ничего интересного. Я буду просто заниматься домашними делами. А в данном случае пылесосить диван. Теперь можно немножечко передохнуть, почитать чат. Так, Наталья Анашина, Виталий Овчаров. Виталий Овчаров, пожалуйста, подпишись на мой канал. Очень тебя прошу, убедительно тебя прошу это сделать. Наталья Анашина, да уж, контент у вас появился. Да, Стас Смирнов. Действительно, дело в том, что я сейчас снимаю просто для себя, ради общения и ради своего удовольствия. Я сейчас не иду на поводу у кого бы то ни было, потому что материальной заинтересованности у меня сейчас нет никакой. Если раньше была монетизация, то теперь этой монетизации нет. Я уже говорил, что меня отключили. Вот, будет ли выплачивать гонорары, так скажем, за рекламу партнерская программа GT Russia, тоже пока неизвестно. Поэтому, в общем-то, я сейчас вот могу валять дурака, и это смотрят 5 человек. 10 человек уже сейчас смотрят, Стас Смирнов. Барби Мариполиса нормально, вас только не слышно, Александр. Ау. Угу. Стих люблю, этот особенно постойка брат Мюсью. О, икеевский диван. Нет, это не икеевский диван, это диван... там же было написано, сейчас я почитаю. Мебельная фабрика «Ангажемент». Ну, настроение подняли, плюсую, спасибо. Не каждый это выдержит. Вот все, на этом трансляция заканчивается. Всего вам доброго, подписывайтесь на мой канал. До свидания, всего вам доброго. С вами был Александр Полупалкин, Хальбатрос. С вами был, заходите, подписывайтесь. До новых встреч.